Хальман смотрел ремонт. Сегодня у нас Beyblade у них 2021, пятый сезон. Как я говорил в прошлом видео, сегодня я... Это Beyblade в прошлом видео, и они сегодня будут сражаться, чтобы... чтобы один из них попал в... Да, у него будет второй шанс, у одного из них, потому что... чтобы... Я дальше не могу снимать, то есть продолжение, потому что не хватает одного... То есть там 7 бойцов. Ну что, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И да, кто не смотрел анонс видео насчет моего мультфильма «Годзилла против Конга», посмотрите, там информация и дата выхода. Ну а я начинаю. Первый бой давайте вот такой устроим. Победил. Он проиграл. Давайте так. Биг Бан и Брейв. Молодец, Брейв. У Брэва есть 2 балла. First run, Сыроктобор. First получает 1 балл. Победил. Так, следующий. Мы сейчас, те, кто поиграли, сейчас еще раз будут биться. Это, давайте вот так. Победа за... победа за Рактавором. Это было очевидно. Вот так. Дальше. Биг Бан. Спайдер. Биг Бан выиграл. Выиграл. Спайзен полетает полностью навсегда из турнира. Рактовор и Биг Бан бьются. Выкал. Биг Бан Genesis проиграл. Ну что, теперь бой между ними.
Давайте вот такой бой сделаем, то есть вот такие битвы будут. Не считалось. Не считаю, потому что не было удара, ребят. Стоп, 1-1, что правильно? Или подожди, прям бы кто-то вылетел до этого. Блин, давайте 1-1. Я просто забыл. Раз нет, при запуске я уран слабо запустил. Ай, подожди. Так, все. Ладно, сатан выиграл. Я же хотел вам, чтобы выиграл, ну ладно. Арктовол и Батрик. Один ноль. Один один. И финальный бой это Сатан и Вальтрик. Опа. Битва до трех. Один ноль. Нот. Бал. Нет баллов. Считается. Все. Вальтрик победил. И получается то, что он возвращается в турнир. И получается в следующем турнире будет биться это Брейв. Кому он присоединяется? Брейв присоединяется к Темпо Дракону. Дрейн, Фафнир, Инфинити, Ахиллес, Вар, Спрайзна, кто он проиграл, Гелиус, Вулкана, Манга, Карбеуса и Люциферу, Сиэндо. Да. Ладно, ждите завтра с новой, или когда новое видео. С вами был Анатолий Ман, подписывайтесь на мой канал, всем удачи и всем пока.